Здравствуйте, в эфире ЛРТ, программа «Итоги недели», в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Школа очень востребована, потому что этот микрорайон сильно развивается, застраиваются новые дома, высотные дома. Строительство школы на 1500 мест завершат к концу года. Нам нужно это все знать, потому что это важно для здоровья. Маленьким люберчанам рассказали, как быть безопасными участниками дорожного движения. Есть чем гордиться в нашем возрасте. Пожалуйста, приходите, вам там помогут. В преддверии конкурса «Люберецкая супербабушка» наш корреспондент пообщался с самой первой обладательницей этого титула. Я хочу поблагодарить нашу федерацию, «Трофей России» за поддержку нашего турнира. В округе провели международный турнир по карате имени Виктора Горбатко. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств доложили о проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. В период религиозных праздников сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. Охрану общественного порядка они будут обеспечивать и во время длинных майских выходных. Вместе с тем представители правоохранительных органов выполняют свою ежедневную работу, раскрывают уголовные дела и борются с преступностью. За прошедшее время зарегистрировано 2400 сообщений о преступлениях и правонарушениях. Возбуждено 36 уголовных дел, 28 из них с лицом. Также по линии дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 106 ДТП, из них двое пострадавших. 86 выездов по сигналу тревоги осуществили люберецкие спасатели, в том числе на ликвидацию 4 пожаров. В результате происшествий пострадавших нет. 12 апреля в 20 часов 56 минут загорание стога сена по адресу поселок Малаховка, улица Новая, у дома 24А. Угорело сено на общей площади 3 квадратных метра без пострадавших. В городском округе Люберцы продолжается месячник чистоты и благоустройство. Он стартовал 1 апреля. Коммунальные и дорожные службы приводят в порядок дворы, тротуары, общественные территории и остановочные павильоны. Управляющими компаниями выводится более 1000 человек ежедневно на уборку придомовых территорий. В ходе недели было убрано порядка 420 кубических метров мусора и вывезено с общественных территорий. 22 апреля в Люберцах состоится общеобластной субботник. Он охватит около 200 общественных территорий. Узнать, в каких дворах можно получить инвентарь, можно на специальной интерактивной карте на сайте администрации. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С 2016 года в Люберцах реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». Благодаря региональному проекту в округе отремонтировано несколько тысяч входных групп. В этом году работа продолжается. Наша съемочная группа побывала на одном из объектов, который попал в программу. Дом по адресу Пионерская 2 построен в 1962 году. В советской пятиэтажке в основном проводили локальные работы. Но уже давно подъезды этого МКД требовали масштабного ремонта. Для того, чтобы придать им новый облик, понадобилось чуть больше месяца. Сейчас очень красиво, сейчас красивый цвет. Мы сами выбирали цвет, в котором нужно нам было покрасить. Ну и так все достойненько сделали очень. Подъезд стал намного комфортнее, уютнее. Входишь, все свеженькое такое. Работу завершили здесь совсем недавно. Еще стоит запах свежей краски. Кроме косметического ремонта стен и потолков, в подъездах заменили напольное покрытие, тамбурные двери, светильники, почтовые ящики, электрощиты, информационные стенды. Конечно же, сейчас это уже очень такое интересное место. Приятно возвращаться домой, утром уходить на работу. Также мы работу будем эту продолжать и в последующем, не будем на этом останавливаться. Но на этом преображение не завершено. Жителям предлагают украсить подъезды праздничной символикой, посвященной 400-летию Люберец. На выбор предоставили несколько вариантов. Мы даем предложение жителям. Жители сами выбирают, где, на какой стене в подъезде размещать данные праздничное оформление. То есть как вот определяться жители, мы даем только предложение. Это формат, это какая стена и какой материал для нанесения. Всего в этом году в городском округе Люберцы отремонтируют 141 подъезд. Ознакомиться с адресами этих объектов можно на сайте администрации. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.
Сразу в двух учреждениях образования в поселке Малаховка проходит капитальный ремонт. В этом году в региональную программу попала 46-я гимназия и дошкольное отделение 52-й школы. Как проходит работа в детском саду, узнали мои коллеги. В детском саду пока остались нетронутые уголки, по которым можно представить, как выглядели помещения до закрытия на ремонт. Демонтажные работы пока проходят на втором этаже. Строители снимают штукатурку и напольное покрытие. Из старого останутся только стены и несущие конструкции. Все остальное – кровельные покрытия, утеплители, фасады будут утепленные, окна, двери, напольные, штукатурные, потолки и инженерные сети, которые будут обеспечен комфортное пребывание детей, все будет абсолютно новое. Детский сад построен в 1979 году. Такого масштабного ремонта здесь еще не было. 367 воспитанников распределили по соседним учреждениям. Но уже 1 сентября они вернутся в свои обновленные группы. У нас функционировало 11 групп. Мы планируем с 1 сентября запустить 12 групп. То есть одна группа у нас находилась на таком капитальном, скажем там, ремонте, и не было возможности туда пустить детей. На сегодняшний момент мы обязательно откроем 12 групп. Наша задача с подрядной организацией вести взаимодействие для того, чтобы на каждом этапе их страховать, и чтобы ни в коем случае срывов сроков не было до ввода его. Преобразится и территория дошкольного учреждения. Для каждой группы обустроят отдельные игровые площадки и теневые навесы. Появится современная спортивная зона с воркаутами. Содержимое детского сада, мебель и оборудование тоже будут новыми. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах идет строительство школы на 1500 мест. Ее возводят в жилом комплексе «Первый Лермонтовский». Ход строительства образовательного учреждения проинспектировал Владимир Волков. Монтаж электропроводки окончен. Рабочие приступают к установке систем вентиляции, водоснабжения и канализации. К стенам крепят армирующую сетку для штукатурки. В течение месяца начнут отделочные работы. И серые невзрачные помещения преобразятся. Мы приступили также к кровле. В ближайшие две недели у нас начнутся работы по установке светопрозрачных конструкций и монтажу фасадов. Мы обеспечиваем максимальный уровень комфорта для жителей тех домов, которые уже заселены в рамках нашей застройки, и шумные работы ведем только внутри помещений, чтобы с внешней стороны здания у нас не было негативного звукового влияния. В образовательном учреждении предусмотрено 40 классов для начальной школы и 52 для среднего и старшего звеньев. Актовый зал на 920 мест, 3 спортивных зала, столовая, лифт, просторные рекреации и фойе. Школа очень востребована, потому что этот микрорайон сильно развивается, застраиваются новые дома, высотные дома, заезжает в основном. Конечно же, это молодые семьи, и все ждут объект, садик, школа, любой социальный объект, когда будет открыт. Школа и детский сад на 170 мест, которые строят по соседству, распахнут двери в 2024 году. Прилегающие к ним территории благоустроят. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе прошло выездное совещание, на котором предприниматели обсудили проблемы бизнеса и пути их решения. Круглый стол провели на научно-производственной фирме «Техэнергокомплекс». Там побывал Богдан Колесников. Встреча началась со знакомства с производством. 25 лет на этом предприятии разрабатывают и выпускают электротехническое оборудование, трансформаторы и распределительные устройства. Серия оборудования, которая идет сегодня на МАЭСК, вот, на кабельную сеть. Ну и на других, так сказать, сетевые компании. У нас начался достаточно активный сезон, достаточно большое количество заявок, заказов. Вот сейчас мы настраиваемся на этот, так сказать, объем работ. За последние годы расширили линейку продукции и увеличили объемы производства. Компания выпускает около 500 модулей и ячеек комплектно-распределительных устройств в год. Но такие предприятия, вот как «Техэнергокомплекс», они представляют для нас особый интерес, потому что, во-первых, это малое предприятие, во-вторых, оно высокотехнологичное, с огромным потенциалом импортозамещения, поскольку те разработки, вот, которые мы видели, они вполне конкурентоспособны, даже по всем меркам, по европейским и по мировым. На совещании говорили о проблемах коммерциализации научных разработок, поиске инвестиций и выходе предприятий на новые рынки стран Евразийского экономического союза и СНГ. По всем вопросам готовы оказать содействие Торгово-промышленная палата России. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.
В центре Люберец открыли мемориальную доску директору авторемонтного завода Юрию Сухову. Пришли депутаты, представители власти, члены общественных организаций, молодежь. Каким люберчане запомнили Юрия Сухова, смотрите в сюжете. Событие собрало много людей разных возрастов и профессий, но у каждого Юрий Сухов оставил добрый след в душе. Юрий Дмитриевич четырежды избирался депутатом Люберецкого городского и районного советов. Коллеги о нем вспоминают. У нашего депутатского корпуса, кроме хороших добрых дел, которые мы делали, есть еще большое количество фото. И автором этих фото был Юрий Дмитриевич. Причем, наверное, за все, что он брался, он делал на пятерку с плюсом. Всегда была своя позиция. Четкая, конкретная. Не всегда созвучная, но зато своя. Человек из номенклатуры. Не каждому удалось выйти на такой вот уровень своей активной жизни. И деловой, и политической. Я Юрия Дмитриевича знал лично. Это для меня человек, который действительно объединял вокруг себя большое количество людей, людей, которые занимаются делом. Человек действительно с большой буквы. Мемориальную доску открыли на фасаде административного здания Люберецкого авторемонтного завода, руководителем которого Юрий Сухов был в течение 2 десятилетий. Последний первый секретарь городского комитета КПСС Анатолий Сыромятников знаком с Юрием Дмитриевичем со времен учебы в Люберецком техникуме сельскохозяйственного машиностроения. Есть люди, о которых спустя много лет можно вспоминать с гордостью. Они могли только вырасти в те времена, когда у нас была самая дружба настоящая, бескорыстная. И все были нацелены на совершение добрых дел. Других у нас не было целей. Долгие годы дружбы и сотрудничества связывали Сухова и с Люберецким техникумом имени Гагарина. Юрий Дмитриевич на протяжении более 10 лет был бессменным председателем итоговой аттестационной комиссии, которая аттестовала наших выпускников по специальности техник-авторемонтник. Наши дети, конечно, наши студенты проходили производственную практику на заводе. Выпускники техникума и сейчас здесь работают. Заводчанам и принадлежит инициатива открыть памятную доску. Администрация поддержала. Символично, что ее открыли 17 апреля, в день 75-летия Юрия Сухова. Безусловно, это память. Юрия Дмитриевича многие знали, с ним работали. Вот. Для семьи, конечно, это мне как сыну, ну и моей сестре, соответственно, ну и также детям. Вот. Это приятно. Юрия Сухова не стало в октябре 2019 года, но его дело продолжает жить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Лучших сотрудников предприятий и представителей трудовых династий пригласили во Дворец культуры, чтобы поздравить с Днем труда. На празднике работала наша съемочная группа. Сегодня в зале собрались люди, для которых труд – неотъемлемая часть жизни. Учителя, строители, врачи, заводчане, чьи достижения ставят в пример молодому поколению. Во все времена труд люберчан на благо Люберецкого округа, на благо региона Московской области и России объединял людей разных поколений и разных взглядов. Но сегодня я хочу особую благодарность адресовать тем людям, которые по крупицам созидали и благоустраивали наш округ. Главный врач Люберецкой стоматологической поликлиники Роман Антоненков получил благодарность губернатора Московской области. В медицинском учреждении, которое он возглавляет, работают целые династии. Медицина – это вот одна из тех отраслей, когда династии есть, они приветствуются, это здорово. Потому что опыт, который передается из поколения в поколение, он бесценен. Награды получили работники Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха, научно-производственного предприятия «Звезда», кондитерской фабрики «Полет», весоизмерительной компании «Тензе-М». Ценными подарками отмечены работники образования, культуры, представители бизнеса. Мы вдвоем с супругой занимаемся уже на двоих больше 30 лет цветочным бизнесом. Цветы всегда ассоциируются с праздником, поэтому для нас этот праздник труда вдвойне праздник. За многолетнюю работу и высокий профессионализм награды на празднике труда получили более 30 люберчан. Собравшихся поздравили детские творческие коллективы и известные в округе исполнители. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 20 апреля в России отметили один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Он посвящен добровольцам, которые сдают свою кровь во благо здоровья совершенно незнакомых людей. О донорах, которые поделились с жизненно важным компонентом, наш следующий сюжет.
На станции переливания крови сегодня ажиотаж. Национальный день донора – одна из тех дат, когда посетителей больше, чем обычно. Хотя проблем с запасами жизненно важного компонента в Люберецкой больнице нет. В прошлом году в ряды добровольцев вступили более 1200 человек. Люди активно приходят к нам, люди повторно приходят к нам. Самообеспеченность нашей больницы в этом году составила 94%. 6% – это те редкие группы крови, которых мы иногда по службе крови обмениваемся с другими станциями. Это нормально. Добиваться таких результатов удается благодаря систематическим донорским акциям. Одни из постоянных участников – представители молодой гвардии «Единой России» и депутатского корпуса. Сегодня они большой командой пришли сделать доброе дело. Опытным донором себя не назову, но сдавал кровь для родных. Считаю, что это не то, что праздник, это напоминание всем, что необходимо помогать и делать свой вклад в здоровье и жизнь окружающих и близких. У нас сегодня тут присутствует региональное отделение молодой гвардии. Вот совместно с ними проводим акцию по сдаче крови. Вот они такие красивые эмблемы подготовили для людей, которые сдают кровь, вот, чтобы пульсировать ее. Сегодня очень много, к удивлению, к приятному, людей, которые в первый раз пришли сдавать кровь. И вы, наверное, заметили, там такая большая очередь была для заполнения анкет первичных. Среди них Анастасия Гусина. Девушка впервые решилась стать донором, но уверена, что после сегодняшнего визита это станет для нее доброй традицией. У меня редкая кровь отрицательная, но реже, чем у остальных. И мне будет приятно того, что я помогу кому-то своей кровью. Сами сотрудники станции переливания крови тоже запланировали ряд выездных акций. В этом году эстафету доноров приняли новые коллективы городского округа Люберцы. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Знак отличия за службу и доблесть и медаль за смелость во имя спасения. Этих высоких наград удостоен участковый Малаховского отдела полиции Никита Ларцев. В конце марта он вытащил из ледяной воды мужчину и тем самым спас ему жизнь. О поступке, достойном примера, расскажет Луиза Игиазарян. Крики примерно доносились именно оттуда. Пройдя примерно 30 метров в указанном направлении, я и обнаружил мужчину. Сигнал в полицию о том, что на Новокрасковском карьере тонет мужчина, поступил ночью. В это время лейтенант полиции Никита Ларцев находился на дежурстве. Оказавшись на месте происшествия, он за считанные минуты спас человека. Я протянул ему конец ветки, он за него схватился, и я не спеша стал подтаскивать его в сторону берега. После этого мужчина был доставлен в бригаду скорой помощи в Красковскую реанимацию. Медики ему помогли. Мужчина жив-здоров. Точные эмоции описать не могу. Просто хотелось поскорее помочь человеку, потому что до приезда спасателей было очевидно, что времени ждать нет. Носить погоны Никита Сергеевич мечтал с детства. Главная причина – желание помогать людям и бороться с преступностью. И вот уже 2 года он работает участковым в Малаховском отделе полиции. О своем выборе не пожалел. Рабочий день начинается с совещания с начальствующим составом. Расставляются задачи на день. После этого профилактический обход населения, территория обслуживаемой. В семье единственный сотрудник, сейчас еще младший брат подрастает. Глядя на меня, собирается тоже идти в полицию. История на Новокрасковском карьере теперь навсегда останется в памяти молодого сотрудника. В его практике это первый случай, когда пришлось спасать чью-то жизнь. О героическом поступке будут напоминать и высокие награды. Медаль МВД России за смелость во имя спасения и знак отличия городского округа Люберцы за службу и доблесть. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе с 17 по 23 апреля проходит профилактическая акция «Встречная полоса». Инспекторы ДПС выявляют водителей, совершивших выезд на полосу встречного движения там, где это запрещено знаками и разметкой. Как проходят рейды, узнавал наш корреспондент. Эта дорога соединяет Люберецкий и Раменский городские округа. По одной полосе движения в каждую сторону. По словам госавтоинспекторов, это один из наиболее аварийно опасных участков на дороге. На данном участке произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, выезжающих на полосу встречного движения. Надзор за безопасностью дорожного движения инспекторы осуществляют на машине без специальных опознавательных знаков. При скрытом патрулировании можно выявить ряд классических нарушений. Превышение скорости, непропуск пешехода, выезд на встречную полосу. Правонарушение инспектора фиксируют с помощью видеокамеры. Затем передают информацию ближайшему экипажу ДПС.
31-11, встречая «Лада Гранта», госномер. Уже через несколько сотен метров автомобиль останавливают. Инспектор ДПС, лейтенант полиции Родин Игорь Владимирович. Были остановлены за нарушение правил дорожного движения, нарушили пункт правил 1.3 ПДД РФ. Вы совершили выезд по полосе встречного движения при запрещающей линии разметки. Линия разметки 1.1. Нарушители просят предъявить водительское удостоверение и приглашают в патрульную машину. Инспектор заполняет документы, рисует схему обгона. Водитель свою вину признает. Спешил. Сильно спешил. И какой вывод в итоге сделаете? Не надо нарушать. В отношении водителя составляют протокол об административном правонарушении. За нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения сроком до полугода. За повторное совершение административного правонарушения по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год. С начала года сотрудниками госавтоинспекции в округе выявлено 92 нарушения правил дорожного движения по причине выезда на встречную полосу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Прошло еще одно мероприятие, направленное на безопасность детей на дорогах. Инспекторы ГИБДД провели профилактический урок для учеников 20-й гимназии. Вместе с детьми они вышли на пешеходную прогулку вокруг общеобразовательного учреждения. Сейчас у нас будет с вами урок в виде пешеходной экскурсии, на которой мы с вами будем практиковаться, переходить дорогу по пешеходному переходу. Все готовы? Да! Вперед! Каждый из этих ребят проходит этот маршрут ежедневно и по несколько раз. Около второго корпуса 20-й гимназии опасный перекресток с интенсивным движением автомобилей. Дети вместе с инспектором пересекли все пешеходные переходы на этом участке. Ребята смогли на практике изучить подход к школе, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Изучили различия между регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходом. Подобные акции госавтоинспекции проводятся не впервые и будут продолжаться до всего летнего периода. В акции приняли участие ученики четвертых классов. Как правило, примерно с этого возраста дети начинают ходить в школу самостоятельно. Безопасному поведению на дорогах их учат и в самой гимназии. В учреждении образования действует отряд ЮИТ. Сначала посмотреть налево, потом направо, потом еще раз налево, потом направо. Поднимаем правую руку, потом уже переходим. Нам нужно это все знать, потому что это важно для здоровья. После прогулки сотрудники ГИБДД вручили детям материалы для закрепления знаний, памятки по безопасному участию в дорожном движении. Луиза Игиасарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В городском округе завершилась экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». О ее итогах расскажет наш корреспондент. Акцию провели в Центральном парке. Жители приносили старые книги, газеты, картон. Главные участники – люберецкие школьники. Мы начали петь счастье, потому что наши предки в школе тоже сдавали макулатуру, и мы не исключение. Мы пришли сегодня, чтобы помогать природе, и мы участвуем сегодня в акции как сбор макулатуры, чтобы помочь деревьям. По подсчетам экологов, переработка 1 тонны макулатуры позволяет сэкономить 20 тысяч литров воды и сокращает выброс в атмосферу до 1700 кубометров углекислого газа. А главное, сберегает от вырубки до 20 деревьев. Производство бумажной продукции, в принципе, может состоять на все 100% из вторсырья, а именно из макулатуры. Это очень важно, потому что живое одно дерево в течение года вырабатывает кислорода, необходимое для того, чтобы дышать семье из 4 человек. Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» подготовил для школьников тематические игры и провел экологическую эстафету. Любая активность, связанная с экологией, она все больше и больше популярной становится. Потому что мы благодаря общим нашим усилиям мы привлекаем детей. Дети подают пример своим родителям. Замечательно, если мы приобщим детей в первую очередь к этому делу. Они повзрослеют и, собственно говоря, будут дальше передавать эстафету. Глава округа тоже принял участие в акции. Владимир Волков поблагодарил всех участников и напомнил о месячнике весеннего благоустройства. Самый главный субботник пройдет 22 числа в эту субботу. Поэтому приглашаем вас также принять участие. Вы большие молодцы, вы активные, что это самое главное. И, конечно же, продолжайте быть такими же активными, смелыми, амбициозными. И добивайтесь всего самого
несбыточного, как может показаться. У вас все в ваших руках. За участие в акции округу начисляют экобаллы. Их переведут в денежный эквивалент и направят на нужды российским военнослужащим. По результатам акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» в Люберцах в этом году сдали более 5 тонн макулатуры. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На Люберецком районном телевидении продолжается курс «Путеводитель в медиаиндустрии». Школьники уже узнали, что такое журналистика и какова ее роль в жизни общества, познакомились с миром телевидения. Теперь осваивают азы профессии. На одном из занятий побывали и мы. Куб, коп, кап, кипки. Класс, молодцы. Учебное занятие начинается с артикуляционной гимнастики и упражнений для голоса и дикции. На курсах ребята осваивают азы актерского мастерства и освобождаются от комплексов и страхов. Приобретенные знания девятикласснику Илье Смирнову точно пригодятся. Школьник мечтает связать свою жизнь с журналистикой. Первое занятие просто потрясающее. Учитель действительно стоящий. Нас научили разговаривать четко, что является неотъемлемой частью корреспондентов. Я хочу, чтобы наши практические занятия проходили на Люберецком телевидении. Это кружки саморазвития, которые помогают в дальнейшем развить себя как личность и как человека, чтобы дальше можно было двигаться вперед, возможно, в таком направлении журналистика или других, которых мне поможет данный курс. Ребят учат основам телевизионного мастерства, навыкам работы корреспондента и ведущего. Пока одна группа знакомится с тонкостями линейного монтажа, другая готовится к эфиру в телевизионной студии. А теперь подробнее об этих и других новостях. На первый взгляд, задание несложное – прочитать текст ведущего по телесуфлеру. Здесь важно правильно расставить логические ударения и, конечно, справиться с волнением перед камерой. Мне понравилось особенно импровизировать в плане создавать новые истории по заготовкам, а также быть на месте ведущей. Было не так волнительно, как умение быстро читать тексты. На курсе ребята учатся грамотно выражать свои мысли, создают собственные сюжеты, работают в кадре, учатся правильно брать интервью и создавать новостной и развлекательный сюжет. Ребята очень активно вливаются в процесс, то есть это у нас второе занятие, но глаза горят, что-то получается, что-то не получается, но самое главное – нравится. И я понимаю, что с этой командой можно будет сделать отличный результат, потому что их итоговая работа – это создание видеопродукта. Что они будут делать, я пока не знаю, но точно знаю, что у них получится. Курс длится в течение 2 месяца, по 2 занятия в неделю. После его окончания ребята пройдут тест на профориентацию, которая поможет им в дальнейшем определиться со специальностью. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Участники школы молодежного актива «На взлет» презентовали проекты, приуроченные к 400-летнему юбилею «Люберец». Это лучшие работы, которые предварительно отобрали эксперты, а их авторы заслужили право реализовать свои идеи. Подробности нам расскажет наш корреспондент. 4 направления, 4 проекта. Патриотика, волонтерство, арт-мастерская и медиа. По словам организаторов, идей от молодежи было настолько много, что среди них пришлось отбирать лучшие. Экспертный отбор у нас состоялся в последний день школы молодежного актива. В экспертизе у нас сидели и представители Росмолодежь Гранты, и представители Министерства информационных и социальных коммуникаций, администрации городского округа, депутаты и общественные деятели. И все они, в принципе, идеи были высоко оценены, и главное, каждая из них была максимально реалистичная. Уже в этом месяце один из проектов школьников будет воплощен в жизнь. 26 апреля в Триумфе пройдет большой волонтерский форум. Он включит в себя мастер-классы, квесты, флешмобы и общение с опытными добровольцами. Я очень рад, что мы стали чаще собираться, что вот такие проекты подобные, молодежные, которые организовывают правильное такое движение на созидание, у нас появляются. Ваши идеи мы всегда будем поддерживать, стараться их помочь воплотить, реализовать. Участники школы молодежного актива реализуют свои проекты в течение нескольких месяцев. До празднования Дня города результат их работы уже наглядно увидят жители и гости городского округа. Наша команда представит проект молодежного медиафестиваля «Пульс будущего», который будет посвящен, ну, во-первых, 400-летию нашего городского округа, а также будет вмещать в себя, прежде всего, все 4 направления. Это будет полноценный фестиваль, рассчитанный на 3 дня.
в котором будут выступать лучшие медиа-звезды. На встрече с главой люберецкая молодежь также презентовала два варианта талисманов 400-летия Люберец. В качестве символа юбилея города ребята предложили образ котенка-космонавта и Любера, олицетворяющего добрую силу и здоровый образ жизни. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе стартовал конкурс «Люберецкая супербабушка». Его проводят с 2019 года в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Тему продолжит Богдан Колесников. Учитель технологии из 53-й школы Надежда Тетюлина – победительница самой первой люберецкой супербабушки. Победа в конкурсе придала уверенности в себе и вдохновила идти дальше. Конкурс меня просто окрылил. Я даже сама себя уважать стала, честное слово. У меня просто появилось увеличенное желание и внимание к внукам, к детям, к своим ученикам. И желание освоить новое рукоделие, новое творчество. Надежда Ивановна создала 18 коллекций одежды для театра мод, в котором обучает подрастающее поколение основам этикета, красивой походки и, главное, уверенности. А после победы в конкурсе супербабушек увлеклась изготовлением кукол из подручных материалов. Но главное, считает Надежда Тетюлина, важно участвовать в жизни внуков. Ну вот, мои хорошие, бабушка сделала вам хорошие пирожные. Теперь будем пить чай, хорошо? Сегодня за столом собралась самая малая часть семьи Тетюлиных. Хозяйка дома, ее дочь Ксения и два внука. Бабушка, ты у нас и так самая лучшая. Расскажи, почему ты приняла участие в этом конкурсе? Сашуленька, потому что было чем гордиться. Это же условие конкурса, это показать внуков. Я вас показала. Пашульку, Ванечку. И ты участвовал, да? Поддерживал морально бабушку? Да. Поддерживал. Люберецких супербабушек будут ждать конкурсы и мастер-классы. С творческими испытаниями, уверена Надежда Тетюлина, справится каждая. Главное – настроиться на успех. Есть чем гордиться в нашем возрасте. Пожалуйста, приходите, вам там помогут. Покажите себя. Вы же единственные в мире, дорогие наши бабулечки. Приходите, докажите, что вы еще многое можете. В этом году подано более 30 заявок. Конкурс проводят с апреля по июнь. Жюри будут оценивать участниц в нескольких номинациях. Кулинарный конкурс, творческий и спортивный. Имя победительницы назовут в день празднования 400-летия Люберец. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Подведены итоги зимнего первенства городского округа Люберцы по футболу среди детско-юношеских команд. Имена победителей узнали мои коллеги. Первые игры зимнего первенства прошли в январе. За это время в округе провели более 150 матчей. Все наши стадионы были прекрасно подготовлены в зимний период. Понятно, что большая часть игр состоялась на стадионе «Электрон». Это самый удобный и удачный наш стадион после реконструкции. Люберцы – это территория спорта, Люберцы – это территория футбола. В футбольных соревнованиях состязались 35 команд в 4 возрастных категориях. Младшим участникам 8 лет, старшим 14. Среди победителей – воспитанники Люберецкого футбольного клуба «Звезда». Егор Калапкин забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром. Футбол – это командная игра, один за всех и все за одного. Во время игр ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга. Мотивировали юных футболистов на победу тренеры. Начнем любого матча первым делом. Самое главное для меня, чтобы у ребят была на каждой игре полная самоотдача, чтобы они выкладывались, чтобы у них горели глаза. Кроме воспитанников футбольных школ городского округа Люберцы, в первенстве приняли участие команды из Дзержинского, Лыткарина и Котельников. Алексей Тимошенко не пропустил ни одного зимнего матча. Самое трудное – это игры. Потому что мы бегали по сугробам, по льду. Мы очень рады, что победили. Впереди ребят ждет летняя серия игр. Первый матч состоится в мае. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» состоялся международный турнир по карате имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко. Это ежегодное мероприятие, которое собирает на одной площадке лучших спортсменов со всей России, а также стран ближнего зарубежья. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. Мы приветствуем спортсменов, представляющих Брянскую область.
большом зале Дворца спорта «Триумф» приветствовали спортсменов из Беларуси и 23 регионов Российской Федерации, в том числе Луганской Народной Республики. Этот турнир, посвященный дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Виктору Горбатко, юбилейный. Он проходит в Люберцах уже в 15-й раз. Я хочу поблагодарить нашу Федерацию «Карате России» за поддержку нашего турнира. Хочется поблагодарить всех тренеров, всех людей, которые посвящают свою жизнь воспитанию мужества, силы, воли спортсменам. Люберцы рады вас приветствовать. Международный турнир по карате открыт. Всего в турнире по карате приняло участие более 50 команд. Самая многочисленная из Московской области. Соревнования проходили как среди взрослых каратистов, так и среди тех, кто только начинает свой спортивный путь. Я занимаюсь каждый день. Хочу победить. Хочу победить сегодня. Надо разогреваться, чтобы ты был, тебе было не холодно, потому что мышцы не двигаются. Открытый турнир охватил две дисциплины – ката и кумите. В каждой возрастной категории их 54 определили тройки лидеров. А памятные кубки достанутся тем командам, которые завоюют рекордное количество призовых мест. Как правило, на этот турнир собираются лучшие спортсмены, потому что турнир очень масштабный, очень серьезный, конкуренция очень большая. И, соответственно, лучшие спортсмены из регионов, из областей, из краев, республик приезжают для того, чтобы здесь посоревноваться и показать, в 2017 году дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко ушел из жизни. Турнир, названный его именем, каждый год проводят в апреле, накануне или после Дня космонавтики. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Апрель – месяц наведения чистоты и порядка. В городском округе Люберцы прошел традиционный марафон по благоустройству. Придомовые территории, общественные пространства, дороги и тротуары избавили от мусора. Кульминацией генеральной уборки стал общеобластной субботник. В местах проведения акции работали мои коллеги. На улице Пионерская в поселке Томилино не просто субботник, а настоящий праздник. Чтобы работать было веселее, на площадку пригласили аниматоров. Пока родители приводят в порядок дворы, дети развлекаются. Отлично все. Мне все нравится. Желаю удачи всем, кто сегодня здесь находится, чтобы все прошло отлично и у всех было хорошее настроение. Проблем с настроением в этот день не было ни у кого. Заряд бодрости придавала музыка, хорошая погода и вкусные угощения. А в рабочих планах убрать мусор, листву, покрасить заборы и лавочки, привести в порядок детские площадки и посадить деревья. Охват населения мы планируем сегодня порядка 1500 человек путем уведомлений в общедомовых чатах. МКД, на стендах информационно, в рамках встречи с жителями. Мы всех сегодня приглашали для выхода и проведения общеобластного субботника. Наши настроения прекрасные. Соответственно, как говорится, весне все цветет, и мы цветем, несмотря на наш серебряный возраст. С удовольствием идем на все субботники из года в год. Не менее прекрасное настроение у сотрудников учреждений культуры. Лесополоса на улице 8 марта, где они проводят субботник, на время стала большой концертной площадкой. Отличные, с удовольствием работаем, приводим территорию Люберецкого района в порядок. Здесь наши дети гуляют, с собаками даже иногда гуляют. Так что порядок нужен везде, во всем. В местах проведения субботника работали и волонтеры, но они выполняли другую миссию. Собирали голоса жителей за территории, которые благоустроят в следующем году. В Люберцах это три объекта. Это «Вечный огонь», это сквер в Октябрьском, это аллея вокруг Ангела Мира. Мы предлагаем людям с помощью приложения ФКГС проголосовать за одно из вот этих сооружений. Сделать свой выбор в пользу одного из этих объектов могут все жители городского округа. Голосование продлится на сайте до 31 мая. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С
Субботники сегодня проходят во всех городах России. Люберцы не стали исключением. Первыми к уборке территории приступили работники детских садов, школ и учреждений здравоохранения. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы решили принять участие в субботнике? Ну, знаете, это уже как традиция. Каждый год собираемся, вот как можете видеть, собираем, убираем, подметаем. И пациенты также помогают. А что делать? Сотрудники Люберецкой областной больницы вместе с жителями округа убирали мусор и прошлогоднюю листву, озеленяли клумбы бархатцами, красили бордюры и лавочки. Мы поколение еще тех-тех очень давних времен, и мы всегда принимали участие в субботнике. Почему бы не убраться? Вот коллективный труд, он как бы радость сердца. Вот видите, как уже чисто. За 2 часа территорию около больницы привели в порядок, и она приобрела совершенно другой вид. Большое количество наших жителей, сотрудников вышли, чтобы навести порядок после зимы, чтобы наш город стал краше, чище. И вот эта территория парковая достаточно серьезно после осени накрыта листвой, и, конечно же, ее нужно собрать. Наша задача сегодня на территории города – максимально убрать те территории, на которые не хватало, не доходили руки. Именно после зимнего периода. Калинка, калинка, калинка моя, стану ягода, малинка, малинка моя. На проспекте Гагарина настоящий праздник. Детей и взрослых ждали конкурсы на знание русских народных песен и спортивной активности. Ребята проявили мастерство в ловкости, меткости, померились силами в перетягивании каната. Ну и, конечно, какой праздник без танцев? Он очень прикольный. Веселый, можем потанцевать. А сейчас будем танцевать в конкурсе «Сажать деревья». К субботнику присоединились сотни жителей округа. Марина Трунова радеет за порядок и чистоту придомовой территории. Сегодня вместе с соседями она тоже вооружилась граблями и лопатой. Сейчас пытаемся сплотить наш весь подъезд, чтобы мы пришли к тому выводу, что нужно как-то совместно облагораживать и жить совместно, дружно и позитивно. Мы хотим, чтобы наш подъезд был красивый, и вокруг него тоже было все красиво. В рамках всероссийского субботника люберчане высадили несколько сотен саженцев каштана и липы и более 10 видов кустарников. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания.